Воплощение телом того, что чувствует сердце. Провожу в зале от 2 часов до 8 часов в день. Бывает по-разному, в зависимости от того, это просто тренировка, либо фестиваль, соревнования. Не измеряю никогда тренировку часами, измеряю ее качеством и количеством выполненных задач, которые я для себя обозначила. Для начала вспомни, что это то, что ты любишь, то, чем ты живешь, что заставляет твой пульс и сердце биться чаще. Вспомни те эмоции, которые ты ощущаешь во время танца. Съесть шоколадку, надушиться любимыми духами, получить дозу эндорфинов и идти получать эндорфины в зал. В людях важна доброта, толерантность, чувство юмора и креативность. Создавать что-то новое, приносить в этот мир частичку себя. Танец мне подарил то, что я занимаюсь любимым делом, и это всегда находится со мной 24 часа в сутки.